Современный, удобный и ухоженный двор – мечта любого новосела. На пересечении улицы Владимирской и бульвар Евскина создают именно такой. Что здесь будет, в главе Анапы рассказывает застройщик. Здесь располагается фрагмент Б, беседка для жильцов зоны отдыха, детская площадка. Это вот получается вот прям на той площадке. С этой стороны, где мы стоим, спортивные тренажеры. Для безопасности пешеходов построят тротуар, поставят ограждение, а дорогу заасфальтируют на всю ширину проезжей части. Поблизости располагаются дома Министерства обороны. Проект благоустройства готов и для этой территории. Прилегающий участок озеленят, устанавливать здесь спортивные объекты или элементы детской площадки нельзя. Здесь проходит очень большое количество коммуникаций. Есть согласование со службами, чтобы понимали. И газ идет, и вода идет, и основное теплосеть. Но она на какой? Значит, наоборот. Ближайший кабель, с которым мы здесь столкнулись, 80 сантиметров. Высоковольтные кабельные линии, которые питают. То есть можно выровнять, спланировать и благоустроить, черноземом подсыпать где-то ямки, где-то. Чтобы легко было косить, да? Траву. То есть это, в принципе, возможно. Прилегающая территория к детскому саду, тем более. Ну, а здесь что, молодцы. Забота о состоянии придомовой инфраструктуры – важный критерий оценки деятельности застройщика и одно из главных требований городских властей.